Меня, капусту будешь? Что ты там опять сегодня прячешься? На тебя посмотреть люди хотят. Ты же красавица, покажись. На. Все, ухожу, ухожу. Вот все ушли, теперь можно и поесть. Здравствуйте, мои хорошие. Прибежала из магазина, очень хочется кушать, решила пожарить себе стейки. И какие стейки без салата? Давайте приготовим салат из того, что было, но обещаю вам, будет очень и очень вкусно. Немного пекинской капусты, благо она у меня была в холодильнике. Стебель сельдерея, ну вот у меня остаточки, 3 штучки. И его туда же. Пол яблочка. Думаю, что мне хватит. Ну вот как-то так, тоненько. Брокколи. Куда же без него? Разобрать на мелкие соцветия. Ну, брокколи побольше, чтобы придать побольше цвета. Сюда же лепестки миндаля. Сколько есть? Если нет, любые другие орешки. Сюда же сушеную клюкву. Я обожаю. Что осталось? Конечно, вкусный соус. Масло 3 столовые ложки. Оливковое, подсолнечное, какое есть, у меня вообще сегодня кануло. Столовая ложка майонеза, немного перца и, конечно же, соли. И много-много лимонного сока. Вот просто сколько не жалко. Для баланса вкуса подсластим медом, силаном, сиропом или вот сахаром, как я сегодня. Осталось тщательно все перемешать. И, понятное дело, заправить наш салат. Пока салат готовился, стейк мой прожарился. Осталось дополнить его салатом. Люблю присыпать немного черным перцем. Ну и, собственно говоря, приятного мне аппетита. Зелень с лимонным соусом – это что-то. Готовьте, и пусть в вашем доме всегда будет хорошее, вкусное настроение. Пока!